идеально. Еве должно понравиться. Оп, вот она. Ева, а я как раз тебя жду. Ты? Меня? Ага, у меня для тебя кое-что есть. И чё это? Ой. Вот. Ева, пойдешь ли ты со мной на выпускной? Чего? Ты сейчас серьезно? Ну да, я слышал, ты рассталась с Крисом, и ты непопулярная, поэтому вряд ли тебя кто-то пригласит. Вот я и решил. Ботан, ты офигел? Я самая богатая и популярная. Вообще-то, самая популярная Кэсси. Ну так, ты согласна? Нет, ты что себе позволяешь? Милая, ну ты скоро? Там уже все собрались. Ты глянь, что этот очкарик придумал. Ты хотел позвать Еву на выпускной? Ева, моя девушка. Как? А вы же с Кэсси. Че ты там бубнишь? Ой, не трать время на этого очкарика, идем. Конечно, любимый. Привет! А можно мне автограф от лучшего баскетболиста? И мне, и мне! Я первая сказала! Нет, я! Девочки, успокойтесь, меня на всех хватит. Так ты дашь автограф? Я могу вам даже свой целый мяч подарить. Да! Можно мне, можно мне, можно мне! Девочки, кто словит, того и мяч. Идите вот туда. Готовы? Зато Зак мой. Что? Ты же вроде с Крисом встречалась. Ну, а теперь Заком. Чего? А меня ты предупредить не забыла? Ой, сори. Я тебя бросаю, неудачник. Ну как? Мы же любим друг друга. Я тебе вон даже букет принес. А хотя... Не, какие-то дешевые цветы. Мне нужен популярный парень. Офигеть! Что же теперь с Кэсси? Даже боюсь представить. Как он мог променять меня на эту богачку Еву? Купил цветов для Евы. О! Смотрю, ты уже в курсе. Про Зака с Евой? Да, он сказал, что я бедная, а ему нужна богатая девушка. А я оказался не сильно популярным. Как он мог так со мной поступить? Не плачь, он этого не достоин. Но я же его люблю. Кэсси! Что с тобой? А будто вы не знаете, что сами не видели эту сладкую парочку. Но Кэсси нельзя сейчас так выглядеть. Это еще почему? Я что, еще и страшная? Нет, конечно. Просто сейчас будут объявлять кандидатов на короля и королеву выпускного бала. Да, ты обязана там быть. Капец, он меня еще и перед выпускным бросил. Я никуда не пойду. Кэсси, ты обязана. Да, ты же самая популярная чирлидерша в школе. Идем! Если ты не пойдешь, Еве это будет только на руку. Ладно, уговорили. Только сначала нужно поправить себе макияж. Ага. Интересно, а кого же из девочек выберут кандидаткой на королеву выпускного? Ну, конечно, меня. Я же самая богатая. Гляньте, кто пришел. Друзья по несчастью. Заткнись, Зак. Ну, не обижайся, что Ева выбрала меня. Просто у такого лузера, как ты... Не было шансов. Ну все, ты сам напросился. Крис, не надо. Да, Зак, просто идиот. Ну вот сейчас я ему мозги вправлю.
Крис! Держите этого психа! Это что опять за разборки? И на 5 минут вас оставить нельзя! Это все Крис начал! Мне все равно, кто это начал! Сейчас все на отработку пойдете, если не успокоитесь! Всем ясно? Ясно! Вообще у нас радостный повод. Сейчас я назову кандидата на короля и королеву выпускного. Давайте уже скорее! Итак, из девочек это Ева и, конечно же, самая популярная Кесси! Я же говорила! Ребята, а как вы думаете, кто станет королевой бала? Кесси или Ева? Пишите в комментарии. Ой, тоже мне. Она же бедная. У нее даже нет денег на платье секонда. Зато у меня есть мозг. В отличие от некоторых. Так, прекратили быстро! Вот именно! Еще парней не называли! Ну, конечно же, это ты, милый. Да, мисс Кристи? Да, Ева. Ты совершенно права. Это Зак. А второй? Не надейся, ботан, тебя все равно не выберут. А больше никого и нет. Единственный кандидат – это Зак. Да! Я теперь точно выиграю! Е-е-е-ю-ху! С чего это? Зак – единственный кандидат, а он мой парень. Значит, тебе, Кэсси, ничего не светит. Ты проиграла! Ну так нечестно, мисс Кристи! Я хочу участвовать! Крис? Нет! Так нельзя! Крис не подавал свою кандидатуру для участия! Я думаю, мы можем сделать исключение из правил. Кандидаты на короля выпускного – Зак и Крис. Ура! Ну и где ты, капитанша? Достала постоянно опаздывать. Ну, вообще-то, это мы раньше пришли на тренировку. Бесит! Как вообще такая пенячка может быть такой популярной? Я должна быть капитаном команды черлидер. О, глянь, кажись, она свой крем забыла. Да, она постоянно все забывает. Кстати, ребята, а вы не забыли подписаться на наш канал? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Дай сюда. Самый дешевый. Еще небось на мусорке нашла его. Точняк. О, а давай ее пранканем. Это что, разогревающий крем? Очень разогревающий крем. Добавишь чуть больше нормы, и вся кожа покроется волдырями. А, я, кажется, поняла, к чему ты клонишь. А это не слишком? Для победы все средства хороши. Готово. Идет, идет. Ну что, вы уже здесь? Начнем тренировку? Ага. А ты не хочешь руки кремом намазать? А, точно, чуть не забыла. Ну что, готовы? Ага. Наши черлидеры лучше всех. В роли команде принесем мы успех. Мы первыми будем везде и всегда. Мы группа поддержки, звезда никуда. Вперед, черлидеры! Ура! Что у меня с руками? Почему так печет? А может, у тебя аллергия на твои дешевые картонные помпоны? Срочно нужно засунуть руки в холодную воду. Капец, они покрываются волдырями. Ты чего ей помогаешь? Ну, мне стало ее жалко. Какая ты безмозглая. Ну и долго мы будем ждать Зака? Он скоро придет, пару минут. Он, походу, понял, какая ты истеричка и решил с тобой не идти на выпускной. Я не опоздал? Не опоздал? Мы тебя 20 минут ждем! Извините, торопился как мог. Хватит валяться, у меня возле ног, вставай! Где ты был? Прости, на тренировке задержался. Так, все ваши разборки потом. Я вас по важному делу позвала. Уж надеюсь. Условия конкурса в этом году немного меняются. И вы сможете зарабатывать баллы,
еще до начала конкурса. Класс! Так и что надо будет делать? Будут проводиться различные парные конкурсы. Пара, которая победит, получит дополнительные баллы. Только вот ни у Криса, ни у Кэсси пары нет. Неудачники! В таком случае Крису и Кэсси нужно найти себе пару. В противном случае все баллы перейдут Еве и Заку. Удачи, лузеры! Нужно заплатить всем парням в школе, чтобы они не звали Кэсси на выпускной. Она не должна собрать больше баллов. А с Крисом что делать? Плевать на него, все равно ты самый популярный. Все будут голосовать за тебя. Блин, опять они. Сейчас Ева снова будет злорадствовать, что Зак бросил меня ради нее. Это что сейчас было? Чё они в обнимку идут? Ну, они ж типа друзья. Чё-то они не похожи на друзей. Ты видела, как он мою Кэсси лапает? Твою? Ты офигел? Прости, это по привычке. Тебе должно быть плевать на них, понял? Понял. Вот и молодец! Крис, что случилось? Да, я решил спасти тебя от этой парочки. Спасибо, конечно, но руку можешь уже убрать. Да не стоит, думаю, может кого-то еще встретим по дороге. Сомневаюсь. Ну, давай я тебя хоть до дома провожу, ну, посмотрим, что у тебя еще с руками. Да что ж вы все, по очереди опаздываете! Где Кэсси с Крисом? Сомневаюсь, что они так быстро успели найти себе пары. Ага, отдайте нам баллы и мы пойдем домой. Если через 5 минут не придут... Так и сделаю. Мазь уже должна была подействовать. Надеюсь, иначе я не смогу даже помпоны в руках держать. Вот видишь, все в порядке. Вау, как ничего и не было. Спасибо. Так, осталось придумать, что делать с новыми условиями конкурса. Да уж, придется искать себе пары. Слушай, так че мы тупим? Давай пойдем вместе. Мы как бы друзья с тобой. Ну, так притворимся парой, и тогда мы точно обыграем Еву с Заком. А это хорошая идея. Так, так через сколько там первый конкурс? Через 10 минут. Так бежим скорее. Мы здесь. Извините за опоздание, мисс Кристи. Так и где ваши пары? Вы же знаете, что по правилам... Мы пара. Что? Да, они врут. Они же просто друзья. Уже нет. А ты что, ревнуешь? Зак! Да нет, конечно. Просто вы как-то так резко начали встречаться. Вот именно. А вам какая разница? Да, мы пара, и что? Может, уже наконец перейдем к конкурсу? Или вам баллы не нужны? Нужны! Так вперед! Кто лучше исполнит танец группы поддержки, тот и получит балл. Ну, давайте, давайте! Наши чирлидеры лучше всех! В футбольной команде принесем мы успех! Мы первыми будем везде и всегда! Мы группа поддержки, без нас никуда! Вперед, чирлидеры! Ура! Ауч, Зак, больно же! Ну, ты тяжелая! Я же говорила, тебе худеть надо. Итак, по итогам первого конкурса баллы получают Крис и Кэсси. Ура! Ну ничего, это только первый конкурс. Это бред какой-то! Как они могли стать парой? Они обманщики, они просто хотят отомстить мне Заком. Ну, а может они и вправду начали уже встречаться? Ты чё, мозги потеряла? Это же нереально! Крис любит меня! Ну, значит, уже не любит. Как же меня всё бесит! А может, не стоит на шоколад так налегать? Ты ведь потом в платье не влезешь! Отвали! Нужно сделать с этой парочкой что-то! А то они так все дополнительные баллы соберут. Но еще же будут дополнительные баллы от одноклассников. Нужно всем понравиться. А это идея. Я устрою вечеринку.
Приглашу туда всех и заодно устрою проверку для нашей парочки. Класс, а я сейчас напишу всем, чтобы собирались. Я же говорю, у нас все получится! Мы станем королем и королевой выпускного! Выключи музыку, Кити звонит! Алло, да? Что? Офигеть! Да, я поняла. Что случилось? Ева устраивает вечеринку, чтобы собрать голоса одноклассников. Отлично! Мы пойдем туда, и все голоса будут наши! Какое отлично! У меня даже платья нет! Я опозорюсь! Не переживай, купим тебе платье! За какие бабки? Ты что, забыл, что я бедная? Держи! Я тут заработал на каникулах! Тут как раз хватит на красивое платье и туфли! Обалдеть! Ты же копил их на сноуборд! Да не парься, я еще заработаю! А шанс стать королевой выпускного бала всего один! Спасибо! Я побежала покупать платье! Забудет локти кусать! Мое платье верни! Помогите, Бог! Умница, Зак! Как же душно в этой маске! Ну зато теперь эта лузерша осталась без платья для вечеринки! Алло, да, купила платье! А что с голосом? Туфли к платью не подошли? Нет, его у меня украли! Как украли? Ладно, не переживай, сейчас что-нибудь придумаю! Кэсси, ты как? Все плохо! У меня украли платье! Экстренная помощь по подготовке к вечеринке уже здесь! Так что хватит рыдать! Мы тебе поможем собраться на вечеринку! А как вы узнали? Крис позвонил! Так что мы не можем не помочь самой популярной черлидерше в школе! Я принесла свое лучшее платье! А я всю косметику! С ума сойти! Спасибо вам, девочки! Ты должна уделать эту Еву! Хватит разговоров! За работу! Вот блин, где же она? Надеюсь, не передумала. Привет, Крис! А где Кэсси? Она же должна была быть с вами. Она передумала, да? Да успокойся ты, идет твоя Кэсси. Встречай давай, а мы пока разведаем обстановку на вечеринке. Boy, press me, head to toe, I'm gleaming. Yeah, I know they can't miss me. See a boy a mile away, my kicks is really. Вау, ты обалденно выглядишь. Платье, которое украли, было лучше. Да пофиг на то платье, ты сногсшибательна. Ты преувеличиваешь. Ни капли. Идем? Ага. Вот это туса! Ну, как вам мое платье? Платье-то красивое, а вот ты нет. Ах, вы ж! Успокойся, Ева. Нам нужны их голоса. Всем привет. Офигеть! А где она такое платье достала? Не ожидала, что вы придете. Точнее, надеялась, что не придем, да? Откуда у тебя это платье? Это то самое, что у меня украли. Это ты сделала? Я... Нет, просто купила точно такое же. Ага, как же? Да забей на нее, давай лучше танцевать. Да! Это мой дом, и я решаю, когда танцевать! Ева, ты чего? Чего ты так бесишься? Сама же устроила вечеринку. Меня бесит то, что Крис и Кэсси зарабатывают баллы нечестно. Баллы только получают пары, а они друзья! Ну так мы пара! Да? Тогда докажите. Поцелуйтесь. Чё за бред, Ева? Мы не будем этого делать. Значит, вы обманщики. И правда, ребят, поцелуйтесь уже, чтобы она от вас отстала. Да, чё это стоит? Ну окей, только если после этого Ева от нас отстанет. Даю слово. Целуйтесь! Ну все, Крис меня поцеловал.
что, прикалываетесь? Это не считается! Да ты достала! Я не буду выполнять твои прихоти! Что и требовалось доказать. Какая я молодец! Разоблачила этих обманщиков! Ага, и теперь у нас нет конкурентов. А Кэсси лузерша, она теперь не будет самой популярной. Да тише, она же может услышать. Пофиг, ее надо пранкануть. Не, это слишком. А если так? Ладно. Готово! И что теперь? А теперь готовься снимать позор века. Кэсси! Чего тебе? А ты подойди. Нужно поговорить насчет тренировок черлидерш. Ух, еле успел. Блин, мои шнурки! Ева! Валим! Пока по дополнительным баллам лидируют Кэсси и Крис. Протестую! Они обманщики! Да, и вчера все в этом убедились. И о чем же идет речь? Они не пара. Они даже поцеловаться нормально не могут. Да ты задолбала уже. Знаете, а может Ева и права? Ага, вы действительно нас тут всех обманываете. Да мы пара. Тогда целуй здесь! Поцелуй ее, Крис! Хватит! Я не буду этого делать! Мне противно! Что? Ах, противно тебе? Да, ты неправильно поняла! Я имел в виду при всех целоваться! Мне все ясно! Можешь не оправдываться! Кэсси, ну я не это имел в виду! Трэш! Я обязана видеть эту ссору! Бежим! Эй, я что, одна осталась? Я тоже хочу посмотреть! Кэсси, подожди! Стой, подожди! Отвали от меня, я же противная! Стой, я не это имел в виду! Видеть тебя не хочу и на выпускной, я с тобой не пойду! А я ничего не пропустила! Ты как раз вовремя! Это надо заснять! Я из-за тебя весь наш план раскрылся! Из-за меня? Да это ты отказалась на вечеринке меня целовать! Да вот и радуйся, спасла тебя от ужасного поцелуя! А я ведь думала, у нас может что-то получиться! Стоп! Что ты сказала? Уже не важно, отвали! Обалдеть! Но сейчас-то ни у кого не осталось сомнений, что они встречаются. Так что это было? Что, разве не понятно? Я люблю тебя, Кэсси. Я тоже тебя люблю. Так, у нас получается что-то вроде первого свидания? Ага. Фух, еле вас нашли. Ага, мы за вас так рады. Да, вы идеально подходите друг к другу. Только чего вы расселись? Вам нужно готовиться к выпускному. Да, мы уже придумали кучу образов. Нам все нужно обсудить. Походу, свидание отменяется. Ага. Вы че смеетесь? Это очень важно. Вы вообще смотрите, что мы вам показываем? Смотрим. На, держи, коза. Получай, неудачница! Зачем вы это делаете? Вас уже вся школа ненавидит! И чё? Мне пофиг! Мне тоже пофиг! Главное, что вы самые крутые девушки в школе! А вы просто убожество! Вы думаете, что вы самые крутые? И вам всё можно? Это вам не поможет выиграть на соревнованиях! Мечтай, мы все равно вас уделаем! Да это я тебе сейчас сделаю! Ты мне достала! Получается! Это ты получи корова! Да что тут вообще происходит? Перестаньте драться, вы же девочки! А это еще что за чудо? Откуда оно вообще вылезло? О, Тина! Принимай к себе в компанию еще одно убожество. Ну все, хватит уже. Пойдем.
лидеры. Вот стервы. Девочки, давайте я вам помогу. Спасибо. А как тебя зовут? А то я тебя здесь раньше не видела. Китти. А ты новенькая? Да. А вас как зовут? Я Тина, а это Ариэль. Приятно познакомиться. Пойдем, я тебе покажу нашу школу и расскажу, как тут выжить. Тина, держи. Я видела, ты сегодня почти ничего не съела. Не плачь. Ну, вообще-то, чернишам нельзя так объедаться. Сегодня можно. Это тебя успокоит. Они все время на меня издеваются. Достали уже. Ты про этих коз? Да кто они вообще такие? Это Ева и Анита. Они главные стервы нашей школы. Вторая команда по черлидингу после нашей. А, так вот что они так бесятся. Потому что не могут стать лучшими. Их давно уже пора проучить. Но все боятся, поэтому терпят. А почему их все так боятся? Они знают все о каждом из нас. Откуда? Она специально набивается ко всем в подружки. Выпытывает всю инфу. И каждый на это ведется. Чё за бред? Да-да. А потом они с Анитой записывают это все в специальный дневник. Жесть. А когда-то мы были подругами с Евой, пока она не выдала мою главную тайну. А вы никогда не думали их проучить? Конечно, думали. Я давно придумала гениальный план мести. Но пока не могу на это решиться. Я помогу тебе в этом. Серьезно? Было бы очень круто. Конечно. Только ты взамен научишь меня быть крутой черлидершей. По рукам. Слушай мой план. Давай, рассказывай. Hey, with me if you ride, with me you can slide. Какой красавчик! А кто это? А, это Дилан, капитан нашей баскетбольной команды. Дилан теперь мой краш! Стой! Может, лучше поможешь мне смыть вот это? А, да, конечно, помогу. Ребят, а как вы думаете, сможет ли Китти подружиться с Евой? Пишите в комментариях. А ты что? А я ему говорю, ты неудачник. Я должна втереться к ним в доверие. Привет, девчонки! Это она чё, нам? Эй, новенькая, кто тебе разрешал с нами общаться? Да никто вроде. Так какого фига? Я... Фу, с таким убожеством ни один нормальный человек не захочет общаться. Я просто хотела... Ну нет, тебя теперь нужно хорошенько проучить. Что вы делаете? Книга? Зачем она такой тупица, как ты? Эй, прекратите сейчас же! А что это у тебя? Телефон? Упс, я случайно. Что вы делаете? Отдайте мои вещи! Я не шучу! А кредитки-то тебе зачем? Там же все равно нет денег. Ну все, это была последняя капля. Вы сами напросились. Что? Да как она смеет? Тихо, Анита. А ты хороша, смогла дать отпор. Предлагаю тебе попробовать влиться в нашу компанию. Что? Правда? Но предупреждаю сразу, будет сложно. Вау, я согласна. Все, иди, давай, увидимся позже. Ева, что с тобой? Это же кринж. Она симпотная и не тряпка. Пусть лучше она будет с нами, чем против нас. Только не думай, что мы теперь с тобой подруги. Да я и не думала. И кстати, тебе нужно подготовиться к конкурсу «Чирлидер». Правда? Вы хотите взять меня к себе в команду? Тут занято. И да, я хочу провести этот конкурс специально для тебя. Не подведи. Класс! Давай обойдемся без этих нежностей. Это он, мой краш. Это что такое? Привет, красотка. Я так скучал по тебе. Я тоже, любимый. Блин, они что, встречаются? Ну, конечно. Ева выбрала себе самого лучшего парня в школе. Ой, ну, возможно, у меня и есть шанс. Ты будешь полным придурком, если бросишь меня!
Мне все равно. Я не прощаю предательство. Прости, я люблю только тебя. Я один раз уже просил тебя. Хватит, я ухожу. Ну и катись, найду себе другого. Пора нам пообщаться поближе. Привет. У тебя все в порядке? Ты какой-то грустный. Как она могла мне изменить? Я же ее так люблю. Мне так жаль. Она сама не понимает, кого потеряла. И с кем? С этим придурком Джастином? Она же ему не нужна. Он любит только себя. Она точно об этом пожалеет. Ведь ты лучший из лучших. Ты такая милая. Умеешь слушать, в отличие от Евы. Может, сходим в кафе после школы? С радостью. Супер. Тогда до встречи. Я все увидела! Тебе точно конец! И Ева обо всем узнает! Не надо, пожалуйста! И не мечтай, сама виновата! Блин, вот это попадос! Какая же ты дрянь! Пусть он мой бывший, но только мой! Ева, прости, я не хотела! Ты давно на него засматриваешься! Я что, дура, по-твоему, ничего не вижу? Ева, мне очень жаль! Ты все врешь! Блин, Ева, зачем ты это сделала? Ты это сложила! Ева, прости меня, пожалуйста. Больше такого никогда не повторится. Ладно, прощаем. Это только потому, что ты мне нужна в команде. Спасибо тебе. Еще раз такое повторится, и я тебя уничтожу. Я тебя услышала. Больше никогда не подойду к Дилану. Обещаю. Смотри мне. И, кстати, я завтра устраиваю вечеринку, и ты должна там быть. Фух, пронесло. Надо быть осторожней. Я не могу. Меня к нему так тянет. Прости, Ева. Привет, Дилан. Да, привет. Очень хорошо выглядишь. Спасибо. Стерва! Она же обещала! Нужно ее хорошенько проучить! Эй, Китти! Привет, Ева! Это не то, что ты подумала! Он просто мерил мне пульс! Конечно, я тебе верю! Я знаю, что ты не предательница! Правда, Китти? Конечно, Ева! Круто! Держи лимона! Выпьем за это! Очень вкусно. Ага, мой фирменный. Ева, привет. Дилан, любимый, прости меня. Я была такой глупой. Я хочу быть только с тобой. Что? Хорошо, Ева, я тебя прощаю. Но это последний раз. Спасибо, ты не пожалеешь. Ах ты ж! Блин, мне срочно нужно в туалет. Эта курица что-то подсыпала мне в лимонад. Я ей покажу. Пора переходить к активной фазе нашего плана. Ой. Привет, Анита. А где Ева? Не знаю, не видела ее сегодня. Слушай, а тебе не надоело то, что она тебя вообще ни во что не ставит? О чем это ты? О том, что она пользуется тобой. Ты думаешь, что ее лучшая подруга, но она так не считает. Ты врешь! Мы с Евой лучшие подруги! Уже нет, теперь я ее лучшая подруга. А хочешь, докажу? Даже не пытайся, я все равно тебе никогда не поверю. Видишь, она тебя предала. Откуда они у тебя? Ева мне их дала в знак нашей с ней дружбы. Да как она могла? Я же ей доверилась, а она со мной так поступила! Она тебя не заслуживает. На твоем месте я бы просто перестала с ней общаться. Да, ты права. Возьму так и сделаю. Отлично. Первый пункт успешно выполнен. Теперь переходим ко второму.
Я совсем запустила учебу со всей этой Санта-Барбарой. Родители меня прибьют. Это мой шанс. Ой, прости, я сегодня такая неуклюжая. Да нет, все нормально. Чем занимаешься? Да я никак не могу сделать одно задание по математике. Бесит. О, я отлично знаю математику. Хочешь, помогу? А твоя Ева не будет ревновать? Мы расстались, но теперь уже навсегда. Мне очень, очень жаль. Ты такая красивая. Прости меня за то, как я с тобой поступил. Я тебя прощаю. Ты будешь моей девушкой? Ты еще спрашиваешь? Конечно! Ох, прекрасная возможность подсунуть ей этот батончик. Привет, Ева. Мы не в ссоре? Нет, не в ссоре, потому что Дилан выбрал меня, а не тебя. Говори. Супер. Слушай, я тут такое нашла. И что это? Это специальный батончик для похудения. Он нереально вкусный, и от него худеешь на глазах. Интересно. А дашь попробовать? Конечно. Спасибо, Китти. Нам всем и правда нужно похудеть перед соревнованиями. Я тоже буду в них участвовать, даже без конкурса? Ага. Я так подумала и решила, что ты справишься с заданием. Спасибо, Ева! Я тебя не подведу. Отлично. Осталось последнее задание. Мое любимое. Ого, Ева, вот это ты жирная! Да уж, ты что, целыми днями объедалась маком? Прекратите сейчас же! Это не смешно! Нет, смешно. Ты больше не член нашей команды. Что? Вы не можете меня выгнать? Я создала эту команду! Прости, но жирным вход запрещен. Актриса, просыпайся! Вообще! Вы об этом еще пожалеете! Обязательно! Не забудь прийти на свою последнюю тренировку! Ну что ж, Китти, теперь ты капитан команды. Поздравляю! Спасибо, Анита. Нужно закатить крутую вечеринку по этому поводу. Почему ты не пригласила нас на вечеринку? Потому что не захотела? Но мы же подруги! Это мы тебя вывели в свет! Без нас ты была бы никем! И что? Я вас не просила мне помогать, поэтому я вам ничего не должна. Ты становишься хуже Евы. Остановись! Нет. Стой! Как ты могла нас питать? Ты же была такой хорошей! Люди меняются, так что все, отвалите. Тина, ты говорила мне не общаться с кем попала. Вот, следуй твоему совету. Ах ты дрянь! Ладно. Пойдем, Ариэль! Идем! Ну и идите! Крутая тусовка, Китти! Ага, я просто тащусь! Китти, а можно тебя на секундочку? Ага! Че хотел? Ты очень изменилась за последнее время. Надо на маникюр записаться. Мы расстаемся. Что? Ты не можешь меня бросить? Да? И кто меня остановит? Ты? Но за что? Ты превратилась в Еву. Ты стала хуже, чем она. Я любил милую, искреннюю девочку. А теперь можешь попрощаться с этой милашкой. Да ты чудовище. Прощай. Ну и вали. Больно нужен мне был. Что-то скучно. Нужно выставить фоточку в инсту. О, уже и комментарии пошли. Так, надо почитать. А, это она рассказала всем о наших секретах. Что? Что происходит? Предательница! Ты хуже, чем Ева! Вали из нашей школы! Тебя здесь никто видеть не хочет! Что происходит? Меня все ненавидят!
Все-таки пришла? Ну что ж, давай тренироваться. Это будет твоя первая и последняя тренировка. Лузерша, ну каково тебе быть изгоем школы? Это вы все подстроили, да? Я этого просто так не оставлю. Хватит трепаться, переходим к тренировке. Кстати, Китти, ты знала, что скоро школьный бал? И ты на него не приглашена, потому что ты изгой. Ну, что стоим? Начинаем! Ауч! Это ты во всем виновата! Что случилось? Я ничего не сделала! Ты специально подставила ногу, я упала! Ева, с тобой все в порядке! Как я могу тебе помочь? Дай телефон, я позвоню родителям! Алло, папа, забери меня! Я упала и подвернула ногу из-за одной козы! Мне так больно! Не хочу домой! Тебе конец! Теперь тебя точно выгонят из нашей школы! Доченька, как ты? Кто это сделал? Она! С тобой мы потом разберемся. Пойдем, милая, все будет хорошо. Думала, что ты самая умная. Мы, как всегда, на шаг впереди. Ты пустила ужасные слухи не только об учениках нашей школы. Ты опозорила всех учителей и даже директора! Это все Ева! Я ни в чем не виновата! Из-за тебя Ева, одна из лучших черлидерш, повредила ногу! Это неправда! Она... Я не договорил! Из-за всего этого у меня просто не остается выбора, кроме как выгнать тебя со школы. Простите, я больше никогда так не буду! Не выгоняйте меня! Я даю тебе последний шанс. Не справишься, вылетишь из школы со скоростью света. Я согласна на все. Что мне нужно сделать? Ты должна вступить в клуб математиков нашей школы и участвовать в нашем школьном турнире. Что? Он состоится через несколько дней. Времени у тебя мало. Но я же ничего не понимаю в математике. Ты будешь участвовать в нашем турнире, потому что наша лучшая ученица заболела, и ее некем подменить. Но я же... Справишься, останешься в школе. Не справишься, будешь отчислена. А теперь можешь идти. Вау. Вступить в клуб по математике означает стать изгоем. Ну что ж, раз такое мое наказание, я должна понести его достойно. Итак, финал, в который вошли Китти и Мия. Внимание! Ваше задание. Кто быстрее решит это уравнение, тот и станет победителем турнира. Блин, она такая симпатичная. Не понимаю, почему наших умников так обижают. 9! Неверно! Ну как же так? Тот же вопрос к Китти. Моника, что же делать? Была не была. Ответ 9,2. И это правильный ответ. Как это? Я не верю своим ушам. Это невозможно. Китти, поздравляю тебя. Ты победительница турнира по математике. Это так неожиданно. Ты молодец! Поздравляю тебя! Даже если ты больше не изгой, мы все равно считаем, что предателям тут не место. После всего того, что мы для тебя сделали, твое предательство просто плевок в наши души. Не знаю, как тебя директор после такого не выгнал, но мы с Евой сделаем все возможное, чтобы ты отсюда вылетела. И королевой бала становится... Становится Китти! Что? Подходи ко мне, Китти, получи свою корону. Спасибо,
это так неожиданно. Что ты хотела нам сказать? Я... Мне не нужна эта корона. Китти, ты что такое говоришь? Когда я стала изгоем, я многое осознала. Важно не то, что снаружи, а то, что внутри. Каждая из нас достойна быть королевой. Это тебе. Спасибо и на этом. А это тебе. Выкрутилась все-таки. Ариэль, это твой кусочек. Это так приятно. А это твой. Я знала, что внутри ты хорошая. Китти, 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 Китти. Девочки, я хотела извиниться перед вами. Я плохо поступила, и мне очень стыдно. Ладно, прощай. Мы тоже не белые пушистые. Окей, но подругами нам не быть. Окей. Кстати, Ева, классный гипс. Тебе очень идет. Тебе смешно? А ну иди сюда! Стой! Я тебя догоню! Попробуй! Стой! Что это такое? Ты можешь и без гипса ходить? Да. Успокойся, это был пранк. Ты стерва. Привет, девочки. Девочки, простите меня. Я была очень глупая и слишком самоуверенная. Я опять хочу с вами дружить. Ладно, так уж и быть, простим тебя. Но все равно на тебя уже не злимся. Ты сильно изменилась и все поняла. Девочки. Дилан. Мне так стыдно за свое поведение. Ты будешь моей девушкой. Снова. Конечно, да. И теперь навсегда. А ну отойдите! Столпились тут. Смотрите, скоро будет конкурс красоты. Ну что ж, кажется, скоро второй раунд. Никогда не думали их проучить. Думали? Она симпотная и не тряпка. Луж-пуч. Луж-пуч. Пать-пать. Луж-пуч, луж-пуч. Еще. Ай! Че столпились тут? Тогда до встречи. Ну, краш. А можно тебя на секундочку? Что? Не выкручивай.